Вот они, палочки бабушкины. Да. Спасибо. Да. Спасибо, да. Мы теперь ей отдадим, сейчас ага. отнесем. Дадут. Это она будет теперь ходьбой заниматься спортивной? Ну, она нет, она ну, ходит во дворе. Даже во дворе с ними? Да. У нее просто есть... Вместо костылей. Вон да. что. У нее они есть, но... У нее сломали. Такие. Один сломался, ей неудобно. Один высокий, один маленький. Давай. Сейчас. Что ему дня счастья надо? Чтоб камень до упада на спасонок на неделе, чтоб колбаски не женили, чтобы сливок на Неване добрым словом называли, чтобы хойни не убили, чтобы брысь не говорили. Это загадка. Это загадка такая? Ага. Так, а разгадку надо мне разгадать? Угу. Блин. Ну кого ты постоянно снимаешь? Кира! Нет, у себя во дворе. А, у себя во дворе? Да. Феля? Да. Ты про него? Да. Здорово, здорово. Мама просто поддержки, стихи и загадки мне это. Молодец, Кира, молодец. И там вот профилю. Он, кстати, прям похож, только цвета другого, а также вот такой пушистый. А, как на рисунке, да, котик? Да? Ага. Это, а где пожонка пролазит? Нигде не пролазит. Когда вот он бы отпущен, он как к вам прибегал? Кто? Через Жорик? Двор. Через свой двор. Вон там. А-а-а. Это вон там за домом у него, да. Понятно. У него там есть это свои что? Ходы. Кот дома? Кот дома. Где-то здесь ходит, наверное. На улице. Мы же выпускаем тоже погулять. Лен приехал с папой. Мы видели. Она наймела зая. Может, забрала. Феля, 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 Феля. Сейчас, если прибежит, покажу. Феля, 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 Феля. Там чужих нет. Если на голос идет. Ну не знаю, может ну, куда-нибудь. Вон он бежит, по-моему. Феля, 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 Феля. Идет. Феля, Феля, Феля. Не надо. Я так не сяду, чтобы он не боялся. Да, да. Чтобы не боялся, все правильно. Сейчас должен прийти. Феля, Феля, Феля. Скажи, как в церкви, да, рассматривать меня хотите? Ну, просто посмотреть, потрогать. Ну да, Кира же любит котов и кошек, конечно. Тебе еще надо потрогать, пощупать. Феля, 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 Феля! Он показался и что-то идет медленно. Сейчас должен из угла дома выйти. Ты чувствует незнакомый запах? Да, наверное. Кир, а вдруг не подойдет? Пойдем, я тебе там покажу. Пошли. Пойдем. Пошлите. Оль, пойдешь? Иди, не, не хочу. Пойдем, Кир. Она не очень кошаков. Ей уже наши надоели. Ты больше любишь, да? Ага. Ну, понятно. Я поэтому и хочу ага. котят постоянно приучать. Угу. И собачат. Я тоже щенков люблю. Где он? Феля, 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 Феля. Здесь Феля. Пушистый. А вон он. Пойдем покажу. Вон он спрятался. Феля. За грядками. Феля. Не бойся. Ага. Не бойся ты. Феля, Феля, Феля. Филюнь. Погладь. Ага. Вот так. Смотри, это может поцарапать, Кира. Я знаю, наши тоже коня будут. Ну все, все, ага. Ага. Прям как это, прям как бывают такие коты пушистые, так и это. Филюнь. Ну все, познакомился с Кирой. Это уже не Бен-кот, Чандалик. Он прям такой же. Да коты они все прикольные, кошки. Да. Особенно пушистые. Ну да.